это не дело как раз, которое пыталось в течение 3 лет нам преподнести Следственный комитет, прокуратура и, конечно, ГУЭППК. Это антидело, а анти переводится как вместо. То есть надуманное, выдуманное, заранее спланированное преступление. У меня есть то ли 9, то ли 8 томов моих писем. Некоторые я взял с собой. Вот столько писем, и я на них, безусловно, буду ссылаться. В частности, следователю Федорову 516 писем, руководителю Следственного комитета Бастрыкину 65, Чайке, руководителю прокуратуры 72, Малиновскому заместителю Чайке 62, ОСБ, ФСБ 2 штуки, Трифонову начальнику УВД Ростова. Судья Малышов, к делу переходите ближе. В этих письмах, которых всего 801 штука, я подробно рассказал, что никогда ни у кого я не вымогал деньги.